Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся с вами на речке Эльбе. Я приехал половить на микроджиг. Надеюсь, что-нибудь из этого получится. Вперед, посмотрим, как отреагирует рыба на нашу приманку. Ну вот буквально на первом же забросе на двухвинчевую ворону клюнул окушок, видно, неплохой. Попробуем вывести. Вот трава мешает, конечно. Ничего страшного, как получится. Опа. Вот такой вот красавчик на ворону, двухинчевый, в цвете арбуз. Мы тут щелкнем сейчас. На ту же воронку двухинчевую клюнул, опять окушок, я думаю. Вот такой вот красавчик. Сантиметров 20. Кумпел von mir, der hatte hier drüben, aber am 1. Mai. Da war noch Schonzeit. Da hat einen gehabt 78. Aber das ganze Jahr dann nur kleine. Aber viele kleine. Da hatten wir vorne den Pieschen an der Brücke, wo die Fahrradbrücke. Ich habe auch dort versucht, ja. Da hatten wir vorher, aber das war dann schon im November. Вот еще один окушок. А, он еще и завел. Вот такой красавчик. Этот уже чуть побольше. За двадцаточку явно. Вот такой вот красавец. Я сейчас ловил на ворону. Такой, такую в цвете арбуз. 2 инча 5 сантиметров. Сейчас на джилт. На твистерочек от понтона ценим, попробуем. А ворона тоже виброхвост от понтон 21. Только забросил джилт, не успел он даже приводниться, его уже окунь съел. Тянет сразу в кусты. Не надо туда нам. Смотри, какой завел все-таки. Ну, опять хороший окушок. Друя. Такой красивый кораблик проплывает, и тянем еще одного окушка. Окушок неплохой. Ну, придет. Сразу главное, они все уже знают. Сразу бегут вон в траву. Вылазь из травы, вылазь. Не по пути нам с тобой в траве. Этот ближе к 30 уже окушок. И тоже на джилт. Твистерочек от понтон 21. Диде шон бессер, я? Опа, деда. Он гефер драйсих. Сантиметра. Ich habe das letztes gelesen, Barsche wachsen ganz langsam. Ja. Yeah.
vielen Dank. So besser. Ich muss rein. Mhm. Ach so. Hören Sie ja zu. Ja. Das ist schon schön. Ja. Das ist viel besser. Aber man hat schon gemerkt beim Drillen, ne, dass es etwas größer ist. Und das rote Dün, ja, 5 Gramm, das Schnur 004. Сейчас я поставлю твистерочки от Lucky John Jeep Tile, 1.5 инча, проверим их. Ну вот, Jeep Tile Lucky John тоже атакован рыбой. Не крупный окушок, но не важно. Специально одел сапоги, чтобы можно было заходить. Вчера намучился, столько зацепов было в этой траве. Надел болотные сапоги, еще с России привезенные. И вот, в них можно зайти, спокойно вывести окушка. Ну, не убегай. Рой. Ах ты, фотоинбатер. Сейчас я попробую приманку Шунталь от Lucky John. 2 инча тоже, салатового такого цвета. Сейчас проверим, как она будет работать. Такая красота. Ну вот, Шунталь тоже. На первом забросе была поклевочка, и на втором сидит окушок. Не крупный, но такой уже. И не мелочь. Да. За 20-ку. Вот такая вот приманочка. Шептали от Lucky John. Такой твистерочек, такой кушок. Отпускаем, пусть растет. Теперь мы поставим, опять же, приманочку от Lucky John Tioga. 2,4 инча, это немножко побольше, чем 2 инча. Ну, не критично. Цвет опять такой же салатный. Приманка, напомню, съедобные, со вкусом, с ароматом. Аромат креветки, вот видите, стоит. Неоднократно проверена уже эта приманка, и на форели в том числе. Сейчас мы ее попробуем по окуню. На первом же забросе на тиогу садится окушок. Побольше предыдущего, и сразу же, у них тут манера, сразу в траву под берег. Видать, уже не раз побывали на крючке, чтобы спастись, сразу же бегут в траву. Не, вылазьте оттуда. Так мы не договаривались. Знаешь? А, приманки даже не видно. Там, посмотрите. Два и четыре инча, а приманки не видно. Кукмаль, комплект. Так что, видите, приманочка работает. И еще как, сейчас будем извлекать. Сейчас я поставлю приманочку баллист тоже от Lucky John. Это такой червячок с твистерным хвостом. Вот видите. Сейчас попробуем поймать что-нибудь на эту приманку. Цвет зеленый просто попадается. Я не выбираю его специально. Вот то, что первое попадается в руки из сумки, то и беру. Дальше половим и на другие цвета. Вот такая вот 3-граммовая головочка. Крючок номер 8. Основная леска 004 суффикс. А поводок 014. Флюрокарбон от Барклай. Ну вот и на баллист. Правда, не на первом забросе, на третьем, но сел окушок. Поначалу первые две проводки не было. Я одну в толще воды провел, одну двойной подрыв. Нормально. А сейчас сделал совсем небольшие подрывчики, чтобы она прям по дну скакала приманочка. И все.
Надо просто подобрать, что нужно рыбе в этот момент. И от этой приманки, и все. Вот. Красавчик за двадцаточку явно. Мы с вами ловили на тиогу 2,4 инча. Сейчас вот 2-инчовую, 5-сантиметровую поставим. Когда, допустим, клев вялый, то, конечно, лучше поставить что-то более мелкое. Ну и расцветочку такую натуральную мы ловили на шартрез, на ярко-зеленую приманку. А сейчас вот поставим такую прозрачненькую с блесочками. На первом забросе было две поклевки, но рыба не засеклась. Вот на втором забросе поклевочка, и на вторую он сел. Ну и такой опять уже нормальный кушок за двадцаточку. По сопротивлению чувствуется. Как всегда, в траву тянет. Ну что делать. Вот такой вот. Вот такую красотуля. И вот на такую приманочку. Тиога 2 инча. Тиога от Lucky John. Ну вот сейчас я поставлю приманочку Rock Craft 2 инча. Это такой рычок от Lucky John. Приманочка очень ловистая. И не только по окуню, по форели тоже хорошо себя показала. Видите, цвет магик, это он переливается, то есть меняет цвет в зависимости от освещения. Светится в ультрафиолете, плюс, как всегда, приманка съедобная, ароматизирована креветками, запах креветки. Так что рыба ее воспринимает как настоящего рака. Первым же забросим. Сначала поклевка, и тут же сидит окушок. Окунь не крупный в основном идет, он такой, в среднем за двадцаточку, так что уже... На ультралайт удочка до 5 грамм таскать одно удовольствие. Вот видите, вот он, рачок у него весь торчит и в пасти. Он его стукнул разок, потом догнал и уже съел. Вот такой вот шикарный рачок. Такой окушок. Сантиметра 22-23. Так что очень рабочие приманки от Lucky John. Оп, отпускаем, пусть растет. Сейчас мы с вами половим на приманочку Hoggy Shrimp 2 инча. Тоже приманочка от Lucky John. Съедобная, ароматизированная. Цвет магик. Хотя, в принципе, работают все цвета, это уже проверено. Видели, пробовали мы и зеленый, и белый, и желтый. Такой только не пробуем. Работают все цвета. Главное все-таки, по-моему, это... По-моему, главное это форма, игра приманки. Ну и цвет, конечно, тоже играет свою роль в определенные моменты. Сейчас, допустим, рыба активна, поэтому фактически на любой цвет берет. Ну, попробуем вот на это сейчас половить. Ну вот, на Hoggy Shrimp тоже клюнул окушок. Что и требовало доказать. Приманочка рабочая, проверена уже не один раз. Ну куда? Куда ты опять? Окушок хороший. Идет он сразу в траву. Хулиган такой. Ну, вылазь, вылазь тоже. Позируй. Иди, будем позировать. Опа! Передо мной стена сначала пропозировать. Вот такой вот Hoggy Shrimp приманочка. И вот такой вот красавчик окушок сантиметров 25. Сейчас я поставлю приманку Hoggy Hog 1,6. Инча. Вот такая вот фантазийная приманочка, типа какой-то нимфы, не знаю, рачка, что он там напоминает, насекомое, может, личинку стрекозы. Приманка очень ловистая, надеюсь, сейчас он тоже сработает. Ну вот на Hoggy Hog на первом же забросе небольшой окушок. А, это сюда. Кукмаль Сандер. Клянет Сандер.
Судачок маленький, сейчас быстро фотку. И отпустим его. Опа! Интересант, а? Я. Du auch, ja? Ja. Здесь да. Он дал коллеге тяжелые джоновские приманки. Гуд, мах их фото. С дрихтих гефанген. А, данке. Willst du den mitnehmen? Nee, das ist zu klein. Ich nehme. Сейчас я буду ловить на приманку Crazy Fish, Polaris. Для начала поставлю такой вот зелененького цвета, размер 4,5 сантиметра, ароматизированная, запахом кальмара. Приманка съедобная. Вот уже на втором забросе сразу же тащу окушка. На первом два схода было. Ну, что сделаешь? Вот такой вот красавчик. На Crazy Fish Polaris зеленого цвета. Ну, кушок небольшой там, чуть за 20. Но все равно приятно. Следующий заброс и следующий окушок. Вроде побольше.